Дорогие друзья, от имени Оргкомитета Международного детского конкурса фортепианных дуэтов «Брат и сестра» приветствую участников конкурса и педагогов, петербуржцев и гостей нашего города. Наш конкурс носит имя замечательной пианистки Любови Александровны Брук. Она прославилась блистательной игрой в фортепианном дуэте со своим мужем Марком Евгеньевичем Таймановым. Конкурс проходит 24-й раз. За это время первые лауреаты уже выросли, многие стали профессионалами, кто-то концертирует по всему миру, кто-то даже преподает в консерватории. Особенностью конкурса является исполнение обязательного произведения петербургского композитора, специально созданного в этом году. В жюри конкурса входят авторитетные музыканты, специалисты по фортепианному дуэту, известнейшие пианисты и композиторы. Они будут не только судить ваше выступление, но и поделиться своим богатым опытом на традиционных бесплатных мастер-классах. Неоценимую помощь нашему конкурсу оказывает салон музыкальных инструментов «Бекштейн». Те, кто участвовал в прошлом году, наверняка помнят, с каким комфортом вы разыгрывались на инструментах, заботливо установленных сотрудниками салона в фойе Дома композиторов. На конкурсе также существует фестивальная программа. Если вы еще не готовы к серьезному соревнованию, а просто любите музицировать вдвоем, приглашаем вас принять участие. Прием заявок продолжается до конца февраля. От души желаю вам везения, удачи и радостных мгновений на конкурсе «Брат и сестра».